Всем привет! Сегодня будем готовить простой, сытный и быстрый завтрак. Начищенную картошку натираю на крупной терке. Пока картофель убираю в сторонку. И сразу на терке натираю сыр. Сыр возьмите любой, какой у вас есть. Но уже натираем не на крупной терке, а на средней. Картошки добавляю соль и черный молотый перец. Перемешиваем ее. Сковородочку отправила на плиту. Добавила немножко растительного масла. И отправляю сюда одну часть картофеля. Теперь идет у нас сыр. И сверху опять картошечку. Все хорошенечко разравниваем. Жарим это все на среднем огне под закрытой крышкой. Я перевернула уже на другую сторону лепешечку свою. Здесь она, видите, как она у меня подрумянилась очень вкусно. Добавляем чесночок сухой и опять накрываем крышкой. Готовим буквально 5-7 минут, и блюдо наше готово. Ну вот и все, друзья. Быстрое, простое и вкусное блюдо для завтрака готово. Можно подавать его с оленями или каким-то свежим салатиком. Это очень вкусно. Сыр внутри тянется. Ароматная картошечка получается. И с солеными огурчиками. Объедение. Вкусно там, невозможно остановиться. Советую приготовить на завтрак, обед или ужин. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки, не забывайте. Всем пока, мы с вами увидимся немножко позже. И хочу сразу сказать, готовьте вишню. Будет в следующем видео очень вкусный пирог без молока, без кефира. Мы приготовим вишневый пирог. Все.